Здравствуйте. Представляем котел сыроварни на 300 литров с двумя мешалками. Это значит, у нас автоматическая лира и просто мешалка. Крышка разбирается с двух половинок. Два барашка раскручивается и снимается крышка. Крышку сняли. Значит, это одна мешалка. У нас мешалка у нас здесь получается с лопатками для переворота. То есть она переворачивается, когда будет мешать в разные стороны реверсом, будет разворачивать в разные стороны. И автоматическая лира для нарезки сырного зерна. Кран выгрузки ДУ-50, баттерфляй молочный. Здесь стоит у нас, значит, арматура. Арматура, заливочная воронка, сюда воду заливаем, это клапан аварийный, реле давления по давлению выставляем в пределах 0,5, отключается, потом на 0,2 включается, манометр для визуального контроля, экранник, значит, это нижний уровень воды, сейчас залита вода для проверки, то есть сейчас заливаем воронку, заливаем воду, пока не пойдет оттуда вода, то есть заливаем воду, пошла, значит, вода с нижнего краника, значит, все, рубашка заполнена, если не будет воды, загорится красная лампочка. Это краник у нас средний для охлаждения. То есть туда выходит, здесь выходит. Это сделаем проточное охлаждение. Значит, включаем теперь сетевую кнопку. Если не будет воды, загорится красная лампочка. Сыроварня 15 кВт. Работает поблочно. То есть каждый блок по 5 кВт. Терморегулятор для продукта. Трубочка варена у нас в трубу ДУ-50. Что можно делать минимальную загрузку. Мешалка у нас реверсная, включаем в одну сторону, регулируем резистором. Либо в другую сторону. И, значит, система поблочная у нас. Получается, блок включаем, сейчас идет нагрев 5 кВт. Всего сыроварня 15 кВт. Это 5 кВт. 10 кВт, 15 кВт. Это, значит, у нас первый режим, значит, получается, он же и тен поддержки на нем же. То есть, допустим, когда будет все греть, потом переключаться, будет на тене поддержки на нем работать. Ну, идет нагрев, задаем параметры по терморегулятору. Когда зайдет заданный параметр, загорится верхний уровень. Таймер включаем для проверки. Сейчас выставлю на 10 секунд. Так, идет нагрев. Держим открытую воронку. Вот. Сработала таймер. Все включилось. Включили нагрев. Держим открытую воронку, пока сюда не пойдет устойчивая струя пара. Потом мы ее закроем, создадим давление в рубашке. Значит, котел у нас греется. Мешалка. И, значит, у нас мешалка разбирается на клампе, быстроразборном. Чтобы можно было вытащить и поставить автоматическую лиру. То есть разобрали кламп. Сняли его. Вытащили мешалку и поставили автоматическую лиру. Поставили автоматическую лиру. Можно левой рукой сделать все это. И включили мешалку для резки сырного зерна. То есть это в одну сторону крутится, регулируется резистором с пульта. Либо в другую сторону. Все, котел готов к работе.